Всем привет! Сегодня у нас на обзоре набор кухонной посуды от компании Strom с артикулом U573. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Он у нас состоит из такой сковородочки с крышкой. Сковородочка достаточно хорошая, приятная, пластик прочный, не пахнет, как всегда. Играть можно очень даже весело. Крышки все закрывается, все идеально. У крышки есть ручка. Можно жарить какие-нибудь игрушечные котлетки. Так, пойдемте дальше. Дальше у нас идет кастрюлька. То есть она у нас глубокая, она у нас с двумя вот такими ручками. Оп, крышечка у нас улетела. С такой же крышечкой. Да, то есть крышка тоже с ручкой, очень удобно. В кастрюльке можно варить какой-нибудь суп. Также у нас идут набор приборов. Это половник. Соизмеримый по размеру с кастрюлькой. То есть можно налить какую-то воду и реально этим половником что-то куда-то накладывать. Какие-то тарелочки. Или поставить вот так вот, как это делают на взрослые люди. Также у нас идет лопаточка, очень похожая на лопаточку Спанч Боба. Такая желтая, милая, красивенькая, сделана достаточно аккуратно, чтобы можно было, опять же, что-то делать с искусственной, с игрушечной, точнее, какой искусственной сковородочкой. По размеру лопаточка очень хорошо соотносится, то есть можно переворачивать какие-то игрушечные там котлеты, либо еще что-то. И идет вторая лопаточка. Ну, наверное, лопаточка, не знаю, что это такое. Тоже можно что-нибудь либо переворачивать, либо можно что-нибудь доставать из кастрюли. Вот такой вот наборчик Strom был у нас сегодня.